Татьяна Бакун решила перенести этот подарок, так как уверена, что даже просто конфеты могут поднять настроение малышам из детских домов. Своих детей уже вырастила, уже дети взрослые. Ну и почему не помочь детям для детских домов? Сладости, мягкие игрушки, любые подарки, которые могут принести амичи, принимают волонтеры Нового города. За несколько дней до праздника и на каникулах они привезут все детям, родители которых не смогут сводить их на елки и купить подарки. Сделать доброе дело для детей время еще есть. Каждый день и выходные, будни с 17 до 20 часов стоят наши волонтеры, которые объясняют. Каждый, кто пожертвует подарок для малообеспеченного ребенка, может оставить свое предновогоднее рождественское пожелание, оставить свои координаты для дальнейших контактов. Малыши из малообеспеченных семей редко получают подарки, но так же, как и все дети, хотят их найти. Например, Дима Чернокос из Таврического социального центра мечтает о машинке на пульте. Свое пожелание для Деда Мороза он оставил на этой небольшой елке. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, Антенна 7.